художник, что ты видишь, что чувствуешь в своей мечте? Быть может, шум волны ты слышишь, и шторм вскипает на холсте. Вот я слушаю музыку, и я представляю цвета, какие должны быть в композиции. А когда я слушала классическую музыку, у меня была очень, ну, как бы серая гамма, и мне это не нравилось. И у меня было даже какое-то чувство безысходности, что я ничего не могу даже придумать с этим. В один момент я вот так прикинула. Оркестр. Это хорошо. Если бы я просто не рисовала, просто смотрела на мою картину, я не знаю, я бы чувствовала какое-нибудь звучание. Ну, что-то есть. Как будто краски, они не передают живость музыки. А может, битва? Центр сражения? На лицах ужас? Кровь аорт? Или вдруг, устав от бури движения, тебе стал ближе натюрморт? Я основывалась на традициях нашего казахского народа. У нас их очень много, запутаться можно, но одна из самых явных – это дастархан. У вас это что-то вроде застолья, как праздник или когда встречают гости, то они накрывают дастархан. Он напоминает мне о празднике, а также о доме и о семье. А может, небо в цвет лазури и тихий спящий мирный двор? Боярский перст, что указует и шлет проклятие до сих пор. Рисовала Хакасию свою. Рисовала, ну, обычаи, какие там были, вот, шамана. Девушку, которая возле него ходит, и, ну, как лечебные свойства. Шаманы же не только обладают какой-то там, ну, магической, там, а еще и, ну, лечебными свойствами. Мольберт солдатом перед боем, и кисти, колонка, хвосты, и красок гусеницы слоем с палитр сползают на холсты. «Симфония цвета» – этот конкурс третий раз собирает юных художников со всей страны и не только, чтобы дать им возможность заявить о себе. Что они слышат в музыке, что видят в народной культуре. Возможно, ответы на эти вопросы смогут раскрыть всю глубину потенциала ребят. На что они способны? Эти ответы ищут не только сами конкурсанты, но и жюри и организаторы конкурса. Третий международный конкурс детского рисунка «Симфония цвета» сегодня прошел с большим успехом. Наш конкурс нацелен на выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. Но вот как раз мы видим в этих работах, сколько у нас одаренных детей, какое огромное количество цвета, красок в детских работах. Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Глинки – одна из немногих школ в городе, занимающих активные позиции в области творчества. Дирекция и педагоги по-настоящему заинтересованы в открытии новых талантов, новых граней творчества в новом видении народной культуры. Наряду с разными конкурсами и фестивалями, которые проводит школа, «Симфония цвета» – пожалуй, самый необычный конкурс, ведь он охватывает, синтезирует сразу несколько слоев искусств – музыка, фольклор, живопись, графика. С помощью этого конкурса участник не только показывает то, на что он способен, но и учится слышать, видеть и чувствовать искусство намного глубже, чем раньше. Мы готовились задолго до этого конкурса. Мы рисовали, пробовали, обсуждали идеи вместе с руководителями. Вот я сейчас пришла в эту школу, и тут совсем все по-другому. Здесь много очень нового, интересного. Я понимаю, что я рисую, ну, по-другому. Я, может быть, чему-то и научусь, может, какие-то выводы для себя сделаю из этого конкурса. Я придумала весь эскиз, всю работу большую. Так как мы из Хакасии знаем все мифы, праздники.
В этом году в конкурсе приняли участие более 200 юных дарований из Беларуси, Казахстана, Китая и, конечно, из России. Организаторы всем участникам устроили обязательную обзорную экскурсию по Петербургу. Также дети побывали в Музее Академии художеств, Эрмитаже и Русском музее. Это помогло ребятам набраться впечатлений, вдохновиться перед конкурсом. Кстати, темы симфонии красок на этот раз были достаточно сложные, но интересные. Театр и зритель, сценография к произведениям русской классической музыки XIX века, национальные и культурные традиции родного края. Перед началом конкурса председатель жюри сказал напутственные слова ребятам. Дорогие ребята, кем бы вы ни стали в своей жизни, но то, что вы занимались искусством, вы будете заниматься, это пригодится, потому что искусство вам открыло красоту. Вспомните, как прекрасно рисовал Пушкин, Лермонтов и многие-многие другие, которым помогало искусство изобразительно творить жизнь. Я вам желаю счастья, родителям терпения и чтобы они помогали своим детям. Всего вам доброго. На самом конкурсе обязательно звучала классическая музыка. Она помогает рисовать такие картины, которые буквально зазвучат в талантливых руках. Именно умение синтезировать искусство в одном материале и стало главным критерием оценки работ. Жюри поразило разнообразие и многогранность полотен. Участники старались показать достойный уровень. Мне, пожалуй, вот так вот, если поверхностно рассуждать, больше нравятся работы, где все-таки остается больше непосредственного и детского, как, может быть, профессионального, но не вполне еще такого развитого. Когда, с одной стороны, ты рисуешь не как ребенок совсем уже, на этом стыке, ну, пожалуй, видно, что, ну, и сам, видимо, и ребенок испытывает какие-то проблемы, и как художник он еще не вполне состоялся. Это довольно сложное зрелище бывает. Поэтому мое сердце скорее на стороне таких непосредственных и детских каких-то придумок, и рисования, приемов. Яркость личного взгляда, да? То есть насколько ребенок смог передать то, что от него требовалось, показать свои и профессиональные свои навыки, и свой взгляд, свою манеру, может быть, свои какое-то особое решение. Ошибки, они даже, может быть, в какой-то степени должны быть. Ребенок еще учится, и это нормально для детей иметь еще какие-то несовершенства. Ну и вообще в искусстве важнее все-таки, ну, развитие личности, умение мыслить. А навыки и знания все они приобретутся со временем. Конкурсные работы, которые мы посмотрели, это такое весьма интересное зрелище, интересный срез современного детского творчества. Срез, который также сложно оценивать, как и все детское творчество в целом, потому что все дети талантливы априори, и то, что они делают, это всегда замечательно, и выбирать среди лучшего самое лучшее – это всегда сложно. Мы оцениваем детей, мы оцениваем их способность передать свой внутренний мир, поэтому, естественно, как любого зрителя, нас привлекает вот это эмоциональность. Первые места получили как раз те работы, где эмоциональность присутствовала. Организатором конкурса стала детская школа искусств имени Глинки. Уже традиционно мероприятие поддержали учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга, совет директоров музыкальных художественных школ, школ искусств и лицеев, а также Санкт-Петербургский союз художников. Учредителем конкурса стал комитет по культуре Санкт-Петербурга. Награждение победителей – это не финал, это только начало. А в начале нет проигравших. Все ребята только-только получают свою зеленую карту в мир искусства. И только от них будет зависеть то, каким он будет для них. Эти интересные работы очень полезны для настоящих художников, потому что в детских работах есть то начало творчества, которое непосредственно именно в детских работах отражает сущность проблемы. И вы посмотрите, сколько света в этих непосредственных, но уже мастерски выполненных детских работах. Мы надеемся, что все участники нашего конкурса пойдут в профессиональную жизнь.
Они все отмечены памятными призами и все отмечены членами жюри как уже настоящие юные дарования. В рамках конкурса состоялся семинар, на котором преподаватели из разных школ искусств делились своим опытом работы с детьми. После продуктивных обсуждений директор детской школы искусств имени Глинки подписал договор о сотрудничестве с коллегами из Китая. Мы узнали с интернета, из общедоступных источников о проведении такого рода конкурса и о возможности международного сотрудничества. Кроме того, у нас есть штат преподавателей из России, которые нам, собственно говоря, очень помогли для того, чтобы мы смогли приехать. И когда мы приезжали сюда в первый раз, мы, собственно, увидели, что здесь очень хорошо, прекрасная школа, прекрасные преподаватели, и, собственно, решили поучаствовать и в конкурсе. Чудесен солнце! Желтый цвет! Ему нигде замены нет! А я люблю еще зеленый! Он как кузнечик удивленный! Мне мил еще и темно-синий, со звездами пунктирных линий, и красный аленький цветок, оранжевый с утра восток. Мне дорог также фиолет, но голубого краше нет. Цвета все радугой дугой. Так что мы выберем с тобой? Все краски собраны в кружок. Кого забыли мы, дружок? Да вот они, мой уголек и белый маленький мелок.